Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я обращаюсь к вам с просьбой. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, если есть какие-то запросы, скажем, на кулинарные видео или еще на какие-то темы, скажем, о жизни на Ближнем Востоке, в арабских странах, в Египте или где-то еще, пожалуйста, оставляйте ваши вопросы и комментарии непосредственно под моими видео в YouTube. Поскольку я подписана в нескольких социальных сетях, и время от времени я оставляю там публикации о своих видео, вы именно там задаете мне вопросы или делаете какие-то запросы. И это достаточно сложно для меня бывает и неприятно, когда я, вот, скажем, там через 3-5 дней нахожу вот такой вот вопрос. И, в общем-то, получается так, что я выглядит, что я игнорирую или я не хочу отвечать на ваши вопросы. Это не так. Просто я не могу именно охватить вот сразу несколько социальных сетей и оперативно на эти вопросы ответить. Мне бы хотелось, чтобы все ваши, в общем-то, вопросы относительно моего канала на YouTube были именно заданы на этом канале, именно сконцентрированы в одном месте. Таким образом, у нас с вами будет оперативная и качественная обратная связь. Я вас всех благодарна, я вас всех очень люблю и жду вас на своем канале. Спасибо, пока-пока.